Условия жизни людей в настоящее время существенно изменились. Вследствие антропогенных нагрузок появились дополнительные факторы воздействия на организм человека. Новые виды антибиотиков, химические загрязнения, информационные технологии. Все эти факторы влияют на здоровье человека, и порой трудно определить условия, при которых стадия самовыздоровления организма может перейти в патологический процесс. Рекс-норм. Нужно найти новые грани, новые маркеры, которые человек еще не ощущает. То есть не доводить до того, когда организм уже всем сигнализирует всем системам о том, что ему плохо, что он нуждается в помощи. Да? А найти маленькие, мелкие молекулярные маркеры, когда организм не справляется, уже происходит срыв адаптации. Для того, чтобы не бить тревогу в последний момент, а заранее знать о предрасположенностях организма к конкретным заболеваниям, ученые КФУ проводят проект «Норма». Ученые Казанского федерального в течение 5 лет будут следить за изменениями различных биохимических параметров крови студентов во время их обучения. Так они уточнят принятые сегодня в медицине нормы, по которым определяется состояние здоровья человека. Планируется создание сайта, то есть группы поддержки ВКонтакте, персональную страницу для каждого студента, где он видит график, какие анализы он должен пройти, какие анкеты заполнить по состоянию, по типу питания, по периодам, когда у него были стрессы, недомогания. Для точности результатов исследований ученые отобрали студентов с разных факультетов первого курса, а также спортсменов с Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Стоит отметить, что добровольцы не обязаны соблюдать здоровый образ жизни. Ведь исследование ученых состоит в сравнении индивидуальных организмов, независимо от образа жизни, условий места проживания. О том, какие нормы здоровья будут выведены вследствие 5-летнего исследования, мы узнаем по завершению проекта. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.